красить яички. Вот у нас вот такая вот краска есть. Сейчас мы ее посмотрим. Подожди, какие здесь цвета у нас. Вот, смотри. Так. Вот здесь есть белый, фиолетовый, голубой. И здесь у нас два набора. Это твои перчатки, это мамины. Так, давай. Теперь вот у нас такие краски. Белые, фиолетовые, синие. Зеленый, красный и оранжевый. Правильно, это не так, это перламутр. Они будут у нас, знаешь, какие? Вот, бриллиантовые. Все, мы подготовили наши красочки, наш стол. Теперь бери, какой ты цвет берешь? Голубой. Голубой. Давай ручку вот так вот. Ручку. Сюда краску добавляем. Берем вот так яичко. И вот так вот ручками делаем. Ничего страшного, клади сюда. Все готово. Да? Класс. Теперь какой берем? Покажи руку. Покажи руку. Берем новое яичко, вот этого цвета, да? Давай ручку. Давай. Делаем, делаем, делаем. Давай добавим перламутра. Вот так. Делай, делай, делай. Я сделала. Ух ты, какой он цвет. Классный? Ух ты! Какие красивые у тебя получаются яички. Посередине я сгладила. Класс! Да? Очень красиво. Мы еще сейчас завяжем вот эти вот бантики, сделаем вот здесь. Вау! Очень красиво. А эти яйца? Эти мы будем сейчас завязывать бантики. Вот такая красота у нас получилась, да? Красивые яички. Вот так мы украсили, поставили флажочки, ставили палочки, пластилин. И зайчики рядышком отдыхают. Красота. Друзья, всем привет! Сегодня у нас замечательный праздник в Германии. Католическая Пасха. Ну а у православных сегодня вербное воскресенье. Мы решили эти два праздника сегодня отметить. Будем грилить на балконе, вас приглашаем к себе. Маленькие. Очень полезные и вкусные, поэтому мы решили на балконе сегодня. Такая жара, я переодела такое платье. Поэтому все под нарядом, но папа не будет, потому что там будет вонять на балконе и на гриле. И поэтому девочки переоделись, мама и Ева, и я переоделись немножко. И идем отмечать, правильно? Да. Еще сегодня произошел очень приятный такой случай. К нам позвонили в дверь наши соседи и угостили нас вот такими угощениями. Это так мило с их стороны, так вот трогательно. Я не знаю, мне очень-очень было приятно это. Вообще спасибо им большое. Доброе утро. Итак, сегодня у нас... Гриль на балконе. Мама, я хочу сказать. Говори, рассказывай, что здесь у нас? У нас здесь сосиски. Сосиски, зеленка цукини. Зеленка цукини. Колбаса. Стейки. Стейки. И... Рыба. Нет, люля-кебаб. И другая баба. Люля-кебаб. Сегодня прекрасная погода. Теплая, солнечная. Градусов 25, да, Игорь? Да.
Вообще, можно загорать здесь на балкончике. Так, что здесь у нас готовится? Стейки и люляшики. У меня грибы, я размешиваю грибы здесь. Да. Такие бежевые ложкой черной. Вот эти грибы очень вкусные. Это я просто взяла грибы, вот такие цельные. Соевый соус и чеснок. И все, больше ничего. Вот так добавить чеснока, соус там перемешать, дать настояться, это будет очень-очень вкусно. Это сиськи вот такие нюрнбергские. Это нюрнбергские, да? Они очень жирные, Юля их любит. Да. Папа приготовил вкусняшки, да? Я бантик сюда приклею, я тоже здесь бантик приклею. В общем, да, мы всех поздравляем с праздником, всем желаем хороших выходных и хорошего настроения. Всем пока! Пока!